Ну вот, сделаем параллельный просмотр. Я вам дам полностью целиком просмотреть для качественного сравнения программ Жени и Кейт. Ну вот уже в начале видно, что программы абсолютно разные. Элементы у Кати совершенно другие. Вот у Жени пошло вращение, у Кейт тройной ридбергер, ну и так далее. Досмотрите обе программы до конца. Замечу только, что у Жени программа чуть-чуть покороче. Разумеется, музыку пришлось выключить для обоих видео. Поэтому поставим что-нибудь от нашего канала.